Ух. Это сама? Это разве это хоррор, да? Что-то типа просто не особо страшно на самом деле. Там больше страшно, когда Хитлер скримеров закидывает. В смысле, ты типа реально видосы есть у тебя? Я что-то зашла на Twitch FM там. А, там уже второй канал. Бля. Посмотрим, Макс. Ебать, этот крик. Это какой-то пиздец. Я реально обосрался. А спонсором этого... Все очень просто. А ссылочка в описании. Oh, baby, baby, oops, I did it again. Твои родители случайно не из этого? Тогда откуда у них такой огрызок? Это очень жестко, на самом деле. Это жестко. На брата подписал. Я думала, что... Ой, тоже пицца захотелось. Наш брат... Кумыс? Да, это кумыс. Что это вообще такое? Это когда этого коня доят. Коня? И вы что-то про ВК говорили? Какой нахуй кумыс? Прикольная сестра у нее. Не знала там, что я говорю. И данные пишу. Ой. Ой, простите, я леди, блин. Как просто это получилось? Как? Ой. Бля. Пожалуйста. Что? Почему они это делают прямо на стриме? Я не пойму. Почему они это делают на стриме? У меня аж в маске звоняло, когда они так делают. Hard gay at school. А, hard day. Что за троллинг? Что это было? Играю 5 секунд, чат. Играю 5 секунд. Ля, какой. Как он круто играет. Круто играет. Нет, очень круто играет. Меня, если чё, прёт очень сильно иногда. Да ты, блядь, фикус, ты долбоёб, вот честно. Это прям на Ютубе такое? Оу май. Я забыла, в какую сторону я крутила? В левую? Чё не крутится больше? О! Сейчас я докручу. Ну ща охренен, опять задаст жару. Я думала, у меня там трусы будет жестче. Но все равно очень жестко. То, что охренен палит на самом деле на стримах, когда танцует, да, типа. Она в натуре очень перебарщивает. Вот, типа, я ничего абсолютно против нее не имею. Я ее лично не знаю, я с ней не общалась, и я не могу сказать, какой она человек, но вот чисто вот на первый взгляд, то, что она творит, это пиздец, типа. Вот правда. Мне не нравится, что она делает у себя на стримах. Не нервничаю, просто, блядь, не смешно. Что я сказал? Просто, что я сказал только что? Вы кто такие? Воины укропы! Господи, скажи, ты отец.
Ну согласись, она секс. Бро, чисто внешне у нее очень красивое личико. Больше я ничего сказать не могу. Но фотку в инстаграм, которую она выставила. Фотку в инсту, которую она выставила с писькой, типа это такая. Ну я не думаю, что он блазат играется, поэтому как бы изи вин, скорее всего. А я не ору, мужики, я еще не ору. Чтобы я еще раз на вашем говне, блядь, сыграл на паладине, уёбки, блядь! Классный чел. У меня еще немножко осталось дождика, и потом еще будет интересненько. How's this? Christmas music? Oh, Christmas music! Jingle my, licka my, sucka my cock. It's the first time for you, so here's what you do. Это нормально, Jingle Bells, полный. Show me you can. Don't go ripping out my pubic hair. Вообще, что там за мутки, во-первых? Ебать, камень на дереве висит, нормально? Это бан. И почитать. Это капец. Настолько нужно быть смелым, чтобы с такой музычкой пройтись по улице. Это дичайше вообще. Это корейский инсталлейшн, you know? Ты просто не шаришь нихуя. Булыга. 2:35. Ебать. Это же в натуре Максим. Кто такой Максим? Он даже говорит как Максим. А что за Максим? А кто такой Максим? Я все Максим, как я спалили. Шестрила? А кто это такой? В мае идем, чешу. Блин, у тебя вот правое ухо и левое ухо. Ебелей, и вот вниз, власти, как бы, вот на ширине ушей, как бы, вот так берешь. Уша! Во! А сзади пошла. А зачем он? А зачем? А зачем он ломает майку, содирает? Как это рвет? Стойте, пацаны, если намутить такую же херню? А как это делается? Блин, где это? Как это называется штука, когда зеленый фон? Как это называется? ОБС? Нет, не ОБС, хромакей, вот! Хромакей. Блин, я сейчас не разберусь. Я его тоже сейчас реально оформила. Хромакей. Хромакей. Ну когда убирает цвет? Хромакей. Ой, ё-моё. Ой, это смешно. Ё-моё, вот тебе и Роберт. Очевидно. Как можно было попасться на это дерьмо? У нее же другой фон был. Чего, блядь? Очень смешно. Пока я сидел, подошла девочка такая. Сейчас орать будете. И такая говорит. Бля, чувак, типа, я не знаю, кто ты, но ты охуенный рэпер, блядь. Я такой. Вообще-то, блядь, я не рэпер. У меня ни одного трека нет. Она такая, ну ладно, типа я посмотрю все равно. Бля, это такой пиздец был. Это сильно, на самом деле. Дорогие друзья. Ваше место у параши. Новогоднее настроение. Ой, ладно, все, это не. Три башни.